Всем привет! Отпуск в другой стране – прекрасная идея. Мы все любим отдыхать на пляже, на каких-нибудь теплых островах или на побережье Турции. Но иногда этот отпуск может оказаться кошмаром, если ты не знаешь местных законов. Например, тебя могут посадить в тюрьму за жвачку. Вы об этом не знали? Так давайте узнаем, за что же можно получить штраф или даже срок в разных странах мира. Жвачка. В Сингапуре ее жевать нельзя. Когда властям надоело тратить деньги на оттирание жвачки от разных поверхностей, ее запретили. И произошло это аж в 1992 году. Исключение – терапевтическая или никотиновая жвачка, купленная по рецепту врача. Штраф – до 100 тысяч долларов. Возможно, и тюремное заключение на срок до 2 лет. Лекарства. Во многих странах нельзя ввозить рецептурные препараты, а в некоторые – любые лекарства вообще. Эпинефрин – в Японию. Диазепам, трамадол, кофеин и прочие контролируемые наркотики – Грецию, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезию, Японию. Снотворные, антидепрессанты, сильные болеутоляющие – в Сингапур и Индонезию. В Коста-Рике и Китае можно иметь при себе запас лекарств только на время отпуска с подписью врача. Драки. В Объединенных Арабских Эмиратах действует принцип правоты того, кто первым обратился в полицию. Поэтому если ты попал в драку, стал ее инициатором, жертвой, просто проходил мимо, можешь быть выслан из страны со штрафом. Переход дороги. В США за переход дороги на красный свет или в неположенном месте полагается штраф, причем в разных штатах разный. Например, в Массачусетсе придется заплатить по доллару за первые 3 нарушения и по 2 за последующие. Вейп. В Таиланд нельзя провозить вейпы, любые системы нагревания табака или электронные сигареты. За это можно угодить в тюрьму на срок до 10 лет. Секс. В некоторых регионах Объединенных Арабских Эмиратов секс вне брака жестоко наказывается. Одна британка, например, заявила о том, что ее изнасиловали и была заключена под стражу вместо насильника. Нельзя жить вместе или снимать номер в отеле людям противоположного пола, если вы не состоите в браке или в близких отношениях. Заказ алкоголя. В Таиланде нельзя купить алкоголь в любое время, кроме обеда с 11 до 14 часов и ужина после 5 часов вечера, а также в дни национальных праздников. На Мальдивы нельзя привозить свой алкоголь, а на некоторых островах его еще и не продают. Татуировки. В Шри-Ланке нельзя появляться с татуировкой Будды или позировать для фотографии перед его статуями. Купальники на улице. В Испании, Барселоне и на Майорке можно заплатить штраф до 500 евро за разгуливание в одном купальнике вне пляжной зоны. Ругань. В некоторых регионах Австралии за матерные слова можно угодить за решетку и на 1,5 года. В Объединенных Арабских Эмиратах порицают даже за непристойные жесты. А вы часто непристойно ругаетесь? Поделитесь в комментариях. Чужой интернет. В Сингапуре подключение к чужой сети Wi-Fi расценивается как хакерство и карается штрафом до 100 тысяч долларов или тюрьмой сроком до 3 лет. Ночное караоке. На Гавайях, например, нельзя громко петь после захода солнца. Тоже мне еще курорт. А вы часто поете по ночам? Каблуки. В некоторых регионах Греции запрещено посещать развалины, они же памятники архитектуры, на каблуках, чтобы не портить камень. Спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал ОКО ТВ, чтобы не пропустить следующее видео. Пока!